благополучие каждого, даже если там человек живет в своем мирке, вот в такой скорлупе, но его благополучие зависит от стабильности, успешного развития страны. То есть не получится как бы вот быть сам по себе, а вы там сами по себе. Уже все так не может быть. И, безусловно, все мы должны совместно делать для того, чтобы защитить нашу страну, чтобы развивалась экономика, и, и это не просто лозунги, вот я вижу, люди понимают это на самом-то деле, почему наши противники вот никак не могут разобрать этот феномен победы в 2020 году, а затем мы, как мы преодолеваем там последствия того удара, который mm -hmm. был по нам нанесен, как нам удается вот так пройти этот 2022 год, а, а это результат единства, да, власти, гражданского нашего общества, политического класса. Это на самом деле так. Вот то, что мы называем коллективным Лукашенко, это и есть фактически наша суверенная независимая Беларусь. И э, в этом залог э, того э, пути, достаточно успешного пути, по которому идет наша страна.